Добрый день, рыбаки, охотники. Вот мы уже собираемся. Надо нам спасибо сказать этой речке, которая нас чуть-чуть покормила, дала нам рыбки. Этой речке, которая здесь впадает в эту речку. Вот на эту речку, которая впадает в эту речку, мы сейчас пойдем в верховье. И там снимем жерлицы, донки и будем собираться домой. А этой речке спасибо. Чуть-чуть нас накормила, дала отдохнуть. Как, Миша, ты уже готов ехать? О, все классно, да? Счет отдых. Да. Рыбку Мишка поймал свою сегодня. Отлично. Чуть-чуть. Экземпляр хороший. Дальше попал. Думаю. Экземпляр надежный. Один хороший попал. Так, да. Он доволен. Чуть-чуть. Главное, что говорит, отдыхаю. От дому, от суеты. Мы также от дому, от суеты. Немножко городской. Отдыхаем. Нас вот тут собачки ждут. Когда мы уже соберемся. Василий еще там доночки добирает. Собирает. Мы уже подготовили снегоход. Все уложили в сани. Сейчас у Миши возьмем еще пару интервью перед отъездом. А так все путем хорошо. Река, спасибо ей. Хорошая речка. Ну, так, сколько дала, столько дала. Дана у нас отдыхает, ждет посадки снегоход. Вот, там Рик тоже ждет. Дана. Поедем домой? Домой поедем? Ну, скажи, да. Поедем, да? Тебе хорошо? Ой, ты отдыхаешь на солнышко, балдеешь, да? Глазки щуришь, да? Тоже солнышко мешает немножко. Отражение от белого, да? Или ты уже спишь, отдыхаешь? Ой, молодец, молодец. Ходите, у нас друзья с нами, собачки. Нам помогают рыбачить. Тоже заодно отдыхают от суеты городской. Здесь на природе им хорошо, красиво, уютно. Бегают раздолье. Тоже любуются природой, лесом. Все хорошо. Я уже собрал свои снасти. Снегоход развернул, подготовил к движению. Так что вот. Можно ходить туда за поворот, но тут уже все уже размыто, не пройти, так вот опасно. Лед уже местами 3 миллиметра, то есть вообще такие проталины, что льда нету. А здесь, видите, такие, что все уже прямик, вроде можно порыбачить, но на него уже не встать. Тут это только до следующей зимы. Когда замерзнет все. А так летом, если можно приезжать, может быть и порыбачить на удочке. Речка хорошая, приятная, широкая, лесная. Так что можно рыбачить. И все, мы собираемся. Посмотрите еще на природу, красоту севера. Все это для вас снимается, любители. Мы тоже снимаем немножко, смотрим. Все, спасибо, речка. Мы уже почти готовы отходить от реки и будем двигаться. Вот эта речка, которая выходит здесь. Видите эту речку? Мы сейчас пойдем в верховье этой речки и там снимем. Там у нас по этой речке изба у знакомых, где мы ночевали 3 ночи, отдыхали, в баньке мылись. Вот, так что ж, им тоже, ребятам, спасибо за уют, приют. А так речка красивая, лесная, природа отменная, погодка тоже. Вчера была облачность немножко, а сегодня
морозец и красота. Солнышко, небо голубое. Солнышко такое красивое светится. Дана ждет, все не дождется, когда же мы соберемся. Ну ей хорошо, в принципе. Она балдеет, отдыхает. Да, Дана? Зевает. Ну, все, спасибо, река. Мы еще сюда вернемся, порыбачим, полюбуемся тобой. Ну, все вроде, все уже почти у нас готовы. Че, Дана, пошли. Все, пошли. Все. Пошли. Пойдем. Пойдем. Где твое место на квадроцикле? Сейчас она у нас присядет на сиденье и поедет. Потому что пока они бегут, это время уходит долго. Они, кто в сани сядет, а кто на снегоход собачки. И мы пойдем, поедем. Еще раз я вам покажу с горы небольшой это место. Может, вы его и узнаете, кто-нибудь, охотники, рыбаки, туристы. Место очень красивое. Здесь даже есть луг. Здесь можно отдыхать. Хорошо. По-моему, у нас уже почти ребята готовы. Сейчас я буду заводить снегоход. У нас что-то там. Что там ищешь? Иди, 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 место. Да, ну, все, место, садись. Все, место. А, место, все. Да, на свое плацкартное место заняла. Сейчас нас будут вести. Рик уже смотрит вдаль. Сейчас я, говорит, посмотрю обстановку, вам скажу, дам путь, разрешение на поездку и вперед. Да, Рик? Рик, все? Можно двигаться? Молодец. Да, она у нас сидит, отдыхает, балдеет. Да, да. Ну что, заводи. Да, да. Заводи, поехали. Все, ребята укладываются. И мы сейчас пойдем. Да. Все. Поехали. Дана. Заводи. Молодец. Все. Она поняла, что надо заводить. Ну все, вроде ребята готовы. Что, завожу, да? Двигаемся. Потихонечку. Сначала свет. Мы заводим снегоход. Дана у нас. Сейчас она сама же видит, по-моему. Место. Немножко подвигайся.
немножко пришлось остановиться нам. Что? Едем? Пересекли болото напрямую. Сейчас будем выезжать к реке. Прибыли на первую речку, где мы рыбачили, раскидывали донки, жерлицы. Вот за это время уже пару дней. Вот посмотрите, уже тут тоже размыла речка лед. Вот там мы донки ставили, уже их, она уже в воде. Та лунка. Ну все, сейчас будем здесь одевать и выдвигаться в сторону избы. До избы нам еще ехать 3 километра. Там у нас уже почти все собрано, вчера собирали. Чай попьем, перекусим, соберем вещи, все сложим в сани и будем двигаться в сторону дома. А там еще расстояние нормальное, но потихонечку дойдем и будем дома почти. Спасибо за внимание. До встречи. Добрый день, ребята. Охотники, рыболовы. Мы сейчас чаек попили с термоса. Немножко поставил я еще костер. И котелочек поставил на костер. Сейчас кипит. Термосок заправлю кипятком. Ребята пошли пока снимать донки, жерлицы. Я здесь поближе поснимаю. Заодно сделаю чаек, кипяток. Приготовлю, чтобы они могли прийти. Еще раз чайку попить, перекусить и двигаться в сторону избы. Посмотрите, какая красота. Еще раз. Небо голубое, красивое, солнышко светит. Так стало опять тепло. Вы не представляете. Утром было где-то 13-12 морозу. А сейчас благодать. Точно не могу сказать сколько. Но тепло. Ветер тепленький такой обдувает. Хорошо. Красота. Любуйтесь вместе с нами. Природой севера. Любуйтесь костром. Смотрите на костер, успокаивайте свои нервы. Это очень помогает. Можно просто посидеть, подумать о всякой жизни, про близких, друзей.
Так, скоро, конечно, начнется природа весенняя, летняя. Костры сжечь будет опасно. Здесь сейчас в лесу у нас потихоньку мы большой костер не разводим. Так что же опасно, что елки здесь стоят. Елки тоже. Посмотрите, у елок сколько бороды. Они вспыхивают моментально, особенно летом. Зимой они тоже сухие, но не так опасно, потому что зима есть зима. Сразу как бы можете не схватиться. Но может и произойти верховой пожар. Так что надо с костром быть аккуратно. Большой его не разводить, пионерский. Чисто для приготовления пищи. Скипятить чайничек, котелочек для чая. А такой надо на стене разводить. Костер очень большой. Дальше вот такая природа. Природу мы должны беречь, охранять сами. Если мы сами не будем этого делать, то значит никто не сделает за нас. А нам еще надо жить, нам надо и детям жить, и внукам, правнукам. Так что природу надо беречь. А так она красива, приятна. Глазу очень-очень хочется такого всегда видеть, приятного ощущения природы. Ладно, пойду подброшу еще чуть-чуть дровишек, чтобы котелочек закипел. Я залью его в термос. Ребята ушли уже за поворот, их не видно. Ну ничего, скоро они подойдут. Костер у нас горит. Хорошо. Сейчас я подложу немножко дровишек. Немного, чтобы она сильно небольшой был костер. Но нам хватило, чтобы вскипятить чайничек, термосок. Надо быть аккуратнее немножко. Вот так. Вот. Вообще классно. Так, будто летом. Чтобы не замочить, можно подложить. Такую скамеечку сделать. Вот так. И посидеть у костра. Подумать о жизни. Всех вспомнить. Друзей, товарищей. Костер горит. Все наводит на мысли о хорошем. О природном. Он у меня Дана идет. Дана, где ребята? Там? Ты их оставила, да? Обратно идешь? Вот сейчас она ко мне подойдет. Со мной поговорит немножко. Там за дымом, может, ее не очень видно. Иди ко мне. Вот мой спутник жизни, собака. Ну, хорошая, хорошая собачка. Да, писать. Ай, молодец, молодец, молодец. Где была? Ходила? Да? Ребят проведал? Ай, ты молодец. Хорошо. Хорошо сидим. Вот. Ей раздолье, Дани. Да, Дан? Раздолье тебе? Ай, молодец. Нагуляешься, да. Нагуляешься немножко, да? Ты хорошая собачка. Она нам помогает рыбачить. Охраняет немножко. Правда, опасно. Очень много волков. Далеко отпускать нельзя собаку. Это может остаться без собаки.
Но она далеко не уходит. Чувствует, может быть, конечно. О, да. Ай, молодец. Ой, шерсти от тебя сколько. Ну ничего, шерсть это хорошо. О, собака уже линяет. Весна на дворе. Да, Дана? Кого там унюхала? Кого там унюхала? А? Кто там? Нюхаешь? Кто там? Что-то учуяла, нюхает немножко. Да, да. Что учуяла, да? Ничего? О, у нас, по-моему, уже чайник поспевает. Начинает закипать. Сейчас мы перельем термосок. Ой. Сапоги такие хорошие, рыбацкие. Но на костре они очень боятся своей теплоты, жары. Сразу ужимаются, могут ужаться и вообще превратиться в маленький стаканчик. Вот я уже свою потерял, перчатки вытащил, насадочку такую. Обратно положить ее надо. Во. Дана пошла, там местечко нашла. Так, вроде у меня уже закипает. Чайничек. Сейчас. Надо чуть-чуть убрать. Шерсть это попадет в термос. Тоже неприятно. Будет чай с шерстью собачьей. Ну ладно. Нормально. Все. Пойду возьму термос. Сейчас залью. Готов кипяток. Вроде у нас уже он закипел. Все, закипает. Еще минутку просит, пока пар еще не пошел, но начинает выдавливать водичку с котелка. Это значит, что уже сейчас он минуту и закипит. Все. Вот он и у нас и закипел. Чайничек. Котелочек. Вот так. Забираем его. Сейчас я его открою. Еще чуть-чуть. Немножко прокипятим, чтобы он такие. Вода чистая. Ну, для того, чтобы чуть-чуть хотя бы дать покипеть. Так, сапоги аккуратнее надо, а то иначе можно испортить от костра. Это было много у рыбаков-охотников, которые иной раз забываются, что сейчас это не чистая резина, какой-то состав, который сразу сжимается, и сапоги превращаются как колодка
получается. Так надо обращение у костра очень аккуратно. Во, все. Сейчас 5 минут. Не 5 минут много, минутку прокипит. Дадим прокипеть и водички. И мы зальем. Ну и все, можно забирать. Опа-на. О, сейчас мы это заливаем в термос. И еще скипятим. Сейчас я вам покажу, какую мы воду берем, пьем, можно ее пить даже сырую. Вот. Пойду котелочек еще наберу, дополнительной водички, я вам покажу, какая вода. Чистая, можно ее пить сырой. Вот такая у нас вода. Берем, просто с луночки набираем. Вот, смотрите, как слезает, если вы увидите, ее можно пить натурально. Вот такая вода природная. Так, сейчас котелочек мы наберем. Вот, чуть-чуть от котелка немножко сажа пошла. Ну, это ничего. Пойдем поставим еще один котелочек. Этот термос, это у нас так, как НЗ кипятка. А это мы сейчас кипятим. Ребята подойдут. И можно будет попить пока с котелка. А потом, если не хватит, то можно будет взять термос НЗ. Так, прикроем немножко. Вот так, пойдем. Это наша НЗ. Подложим. Снегоход. Вот так, ладно. Вот такие дела. Хорошие. А вон уже сюда идут, потихонечку возвращаются. Значит, они уже что-то собрали. Дана, как всегда, отдыхает на снегу, спит. Видите, собаки, как хорошо. Не надо ни постель, ни подушку. Вот они, тоже природные животные. Сами себе находят место. И у них готов стол, постель, сами по себе. Так, мне надо сейчас пару этих тоже поднять, тычек, собрать немножко и уложить. Немножко тут у ребят позаимствовали пару жердей приготовленных. Для чего-то я сам не знаю пока. Ну, я догадываюсь, но все, вот наш кослик горит. Котелочек сейчас еще один скипит. Ребята придут, мы еще чайку попьем и будем двигаться в сторону избы. Собираться, а потом в сторону базы, где машину оставили. Все, пока-пока. До встречи. Вот мы собрались. Все собрали. Спасибо этой речке. Что-то нам она дала немножко. Взяли и поехали. Давай, Дана, на место. Давай. Скажи. Молодец, все. Сиди. Все, спасибо Кострику. Мы его затушили немножко. И все. Спасибо этой реке. Поехали. Ну что, мы поехали до дому. Реке спасибо.
двигаемся вперед. Мы собрались, все забрали, подмели, все оставили хозяин в чистоте, в порядке. Спасибо им за уютный дом, спасибо за ее уютную кровать, где можно было просто поспать и отдохнуть после рыбалочки, вечером отдохнуть, чайку попить, сварить. Все, спасибо вам, ребята, хозяевам. Мы потихонечку оставляем избу в чистоте, в порядке, как это должно быть, для того, чтобы хозяева были довольны нами. Сейчас еще вот газ заберем, чай скипятили, на дорожку попьем, и все. Ну что, еще раз добрый день, ребята, рыбаки, охотники, туристы. Мы готовы, Миша готов. Все, отходим, чай попили. Спасибо избе. Подожди, я тебе скажу. Спасибо избе. Ой, спасибо хозяевам, что нас приютили, дали нам пожить, отдохнуть, в баньке помыться. Классно все. Большое им спасибо. И мы будем потихонечку отчаливать. Наша сигнальная ракета звуковая подается в небо. Давайте, товарищи, пока-пока. Вот, все, отходим. Добрый день. Вот мы прибыли на базу, откуда отъезжали. Здесь нас никто не встречает, тишина. Хозяин, наверное, куда-то уехал. Тут бывшая база такая была, поселение. Люди здесь жили, сейчас никто здесь не живет. Ну, здесь рыбаки, охотники приезжают, грибники, ягодники, так. Это что-то живут, делают. Вот, мы уже, как говорится, приехали. Все, почти можно сказать. Загрузили. Снегоход загрузили. Сейчас там остается еще загрузить небольших вещей. Тут рюкзаки. Чемоданчики рыбацкие, прицеп зацепить, который нас здесь ждет. А так вот, все загрузили, снегоход уже нас ждет, на месте стоит. Мы здесь решили еще покушать на дорожку, нам еще около 200 километров ехать до города. Расстояние есть, надо покушать, чтобы нам потом не думалось, что где-то что-то как-то останавливаться. Лучше сейчас, тем более погодка позволяет, красота, природа, наслаждение. Ребята вот здесь кушают, сейчас я вам еще раз покажу, что они тут столик заварганили прямо на ходу, по-рыбацки, по-охотничьи, на столик у нас такой спартанный, на чем смогли, на том и приготовили.
Нас еще тут ждет прицепик. Дана вон тут смотрит. Собачка у нас одного кота загнала на дерево и гавкает. Все гавкает, гавкает. Нас тут вот прицепик ждет. Машина ждет. Но мы еще должны загрузиться. Ребята немножко тут кушают. Доедают, что можно. Вот наш столик. Что есть, мы сразу приготовили. Присели. Все на природе. Нам ресторанов не надо. Столовых. Ну, все на природе. Все сготовили. Поели. Сейчас соберемся потихонечку. Загрузимся, прицепимся, прицепим и пойдем дальше ехать до города, до дому. Ну, к вечеру доберемся и тоже хорошо. Где нас ждут, мы на связи появимся, сразу скажем, что все нормально, все хорошо. Вышли с лесу. Это самое главное, когда, чтобы не беспокоились близкие, это самое главное. А так все хорошо, мы отдыхаем, у нас продолжение отдыха. Ну что, еще раз, добрый день, мы сели покушать, добрый день. Что, Саша, можно все говорить, комментировать? А, ты потом вырежешь, что ли? Можно вырезать что-то, можешь. О, покушаем на дорожку, да? Почему на дорожку? Ну, просто покушаем. А, просто? Не, ну, мы перед дорогой кушаем. Вот фиксируется вот это. Да. Подписка еще почти. Сколько там уже? Сейчас доедим. Да, мне еще ничего не доставим. Доедим. Начинающе. Уляжемся спать. Покушаем, чайку наем. Ну, что чай было? А, у нас же кипяток только. Чая у нас нет, ну. Жаван, кушай, да? Давай, уронить. Да, жаван. Сейчас, мама помоет. Что, она заварится? Сейчас надо искать его жаван. Да, можно подожди. Может, заварки туда кинь, через 15 минут будет чай. Там не думаешь, что заварки нету. Как нет, заварка там есть, ну, ролл какой-то есть. Есть ролл там. Заварки был целый пакет. Заварка, наверное, там. На буране на фигене лежал целый пакет заварки. Да, да? Мы его сюда, наверное, и сложили. Ну, конечно. Ищу. Вот. Заварочка есть, сейчас наберем, заправим. Ну, через 15 минут будет отличный чай. Если конечно. Ты кофе хочешь, так вот, ну, сделай кофе. А? Без кофе уже не будем. А кофе где кофе? Кофе нет. Ладно, сейчас мы чай заварим. А тогда лучше там заварить. Да? Да? Конечно. Главное, заварка без проблем. У нас все делается потом, все потом, потом. Будет добрый, насыщенный чайок. Да? Да? Сейчас заедим, хочу. Бедный кот, наверное, уже там. А? Думал просто так. А косика меня. Да не, он ему запушит. А, ну. Думал, запасть или нет. Да. Все. А не упадет. Все же постоянно гоняют. Нет? Мой может днями лежать. Я говорю, пока птичка не прилетит. Так. Он бежит, она практически, смотри, Миш, на него садится, он только вот так лапает. Чуть. И она уже тут у него. Но, да. Она испытывает судьбу. Ну. Когда приезжали, тоже же гавкали. Мы сегодня были, когда на черный там, да? Это, я снял, когда уже снимали все. Человека бросил. Синечка, блин, прямо прилетел. Да. Вот подо мной ходит. На лыжи. Понимаешь, прямо какой-то ну, вещь. Как будто есть принесла. Да, да, да. У нас, можно сказать, полдник. Полдник, да? Сейчас поедим, чайку попьем и в путь, дорогу до города. Да, там разгрузимся, завтра да, всем на работу. А ты видел, будет еще китает, аж, а видел, будет все классно, хорошо. Видимо,
Тогда на этом пока мы сюжет закончим. Не знаю, кто-то шило. Все хорошо. Миш, все хорошо? Отлично. Молодец. Бась, все хорошо? Кони, вы вышли, там из бур.